В Сиверском районе с начала пандемии коронавируса открыт Афипский ковидный госпиталь. В него попадают пациенты с тяжелым течением болезни. Госпиталь рассчитан на 150 коек. Пустых мест не бывает, госпиталь почти всегда переполнен. В него поступают пациенты не только из Сиверского района, но и из других муниципалитетов, где ситуация со свободными койками еще хуже. За больными в госпитале ведется постоянное наблюдение и мониторинг всех жизненно важных показателей. Многим для дыхания необходим дополнительный кислород. Хранится он на специальной площадке в огромных емкостях. Врачи в госпитале работают на износ. Изо дня в день они надевают защитные костюмы и отправляются в красную зону. Тяжело как физически, так и морально, ведь не всех пациентов удается спасти. По словам медиков, основная масса пациентов госпиталя не привиты. Врачи убеждены, уберечься от тяжелых последствий поможет вакцинация. Хочу обратиться к жителям нашего края. Прививайтесь. К нам очень часто поступают молодые в тяжелом состоянии. К сожалению, не всегда мы можем им помочь. Единственный способ защитить себя и своих близких – это привиться. Даже если вы и заболеете, инфекция пройдет в более легкой форме. Многие пациенты госпиталя солидарны с мнением врачей и жалеют, что не сделали прививку вовремя. Даже при благоприятном исходе и не самом тяжелом течении болезни в госпитале до выписки лежат в среднем 10 дней, а затем продолжают лечение дома.